Всем привет, с вами Валера, и в этом выпуске я вам хочу показать свои работы. Это легковой прицеп для перевозки легковых автомобилей, который цепляется к легковому автомобилю, и также бочку для растопки битума. Сейчас вам расскажу, как я делал и что, естественно, я делал. Для начала я, конечно же, что касается непосредственно данного прицепа, я посмотрел в интернете, какие есть виды прицепов, как они сделаны, какие модели. Моделей очень много, разнообразный выбор. Также посмотрел чертежи с размерами, выбрал определенный чертеж, и по нему, в принципе, я делал данный прицеп. Скажу сразу, что я сделал. Я сначала взял все размеры, перевел в 43 масштаб, и уже потом все это рисовал на миллиметровой бумаге. Вот сейчас вам покажу, что я рисовал и из чего я исходил. Вот, получается, я нарисовал на миллиметровой бумаге размерами, как должен у меня быть каркас данного прицепа. Вот вы можете видеть, я его так нарисовал, и уже потом, используя вот такой вот профиль 1,5 на 1,5 миллиметра пластиковый, уже вырезал непосредственно по длине, вот так ставил, отрезал то, что мне нужно, какие нужны были детальки, и потом их просто между собой все это склеивал. Показываю, что, конечно, мне пришлось. В общем, вам будет нужен вот такой вот профиль 1,5 на 1,5 миллиметра пластиковый. Также самое я купил вот такие вот полосы пластиковые 1 миллиметр на 2,5 и на 4 миллиметра от фирмы Evergreen пластик. Да, он, конечно, немножко дороговатый тут, но тем не менее я купил и его тоже также использовал. Что у меня здесь еще было использовано? Колеса — это от Автолегенд, вроде бы, или семерка, кажется, от семерки. Что еще? Так, данные вот эти настил — это крылья, сейчас покажу, что это. Это крылья от танка в 35 масштабе. Я их просто взял, немножко так обрезал и сюда приклеил. Остальное все это самодельное, все сделано из пластика. Единственное, еще вот сам механизм, как типа лебедки. Это я взял в 35 масштабе, у меня был домкрат немецкий. Я его немножко там обрезал, вот вы видите, я его так пообрезал и приклеил, сделал типа такого как домкрата, лебедки, которая будет, если надо, затянуть автомобиль. Вот так вот выглядит он снизу у меня. Вот вы можете видеть, что мне пришлось сделать каркас, тут, конечно, немножко нарастить, сделать такие кармашки для того, чтобы сюда ставились скаты, по которым поднимает или опускает автомобиль. Что еще такого было мной сделано? Для осей я использовал трубочки от ватных палочек, их обрезанные. Рессоры, сразу скажу, вот тут стоят у меня 4 рессоры, такие небольшие, маленькие. Рессоры это я брал с 35 масштаба, у меня оставались детальки, рессоры, не помню от какой военной техники. Но, в принципе, если у вас нету каких-то таких деталей, как рессоры, можно, в принципе, попробовать, если не рессоры, может просто сделать имитацию рессор. Либо просто поставить пружинки от зажигалки и скрепить на балку, на данную вот эту балку пружинки,
и сделать такие поперечные небольшие тяги. Вот такой вот я сделал себе прицеп. Прицеп сделан из пластика листового. Конечно, делала потихоньку, аккуратно. Задние стоп-сигналы, это тоже у меня я делал сам, с прозрачного пластика, покрашенные оранжевым и красным цветом. И вот у меня такой вот получился прицеп для перевозки легкового автомобиля. Что касается непосредственно данной вот бочки, бочка для битума, вот так вот вам покажу, насколько так, чтобы свет сегодня освещение такое немножко не очень хорошее. Вот вы можете видеть тут трубки, вот так вот ведро висит, вот так будет даже лучше. Вот так он видно, задняя часть, боковая часть, вот так он смотрится сверху и так спереди. Сразу скажу, что для данного кита я использовал резина, это харьковская вместе с дисками, рама сама металлическая от Max Models. Это рама для такого прицепа, продается у фирмы Max Models, как можно купить у них и на сайте, так и, возможно, где-то еще есть в интернет-магазинах. Бочку саму я делал непосредственно из вот такого вот. Купил, у меня такой был шприц на 20 миллилитров. Я его отрезал нужную мне часть, как раз по длине прицепа, вот так вот сделал, с одной стороны заглушил, сделал заглушку, со второй стороны заглушку я не ставил, потому что там уже просто спилил. Потом сюда приставив, когда к раме данную конструкцию из шприца, я потихоньку его обклеил листовым пластиком по бокам, снизу, сбоку, сделал такой как короб, в котором стоит просто бочка. И уже потом потихонечку стал обклеивать, делать уже крылья, бочку, такую вот бочку для топлива, ведро повесил, сделал слив, установил кран. Сразу скажу, что данную бочку я делал по... Меня вдохновил на это один человек. Я ссылку оставлю вам в описании. Есть такой у нас синий форум. Вы, наверное, все многие знаете, что это за форум. Это rcforum.ru. Там есть один мастер. Он делал наподобие такую же бочку. Там есть прям фотографии на этом его странице, где он подробно дает по фотографиям, как он это делал. Я вам скину, оставлю ссылку. Вы можете, если что, зайти по этой ссылке и уже сами посмотреть непосредственно, как человек делал данную бочку. И вам будет даже проще самому сделать бочку такую же, посмотрев на его работу. Ну и, конечно, посмотрев на мою работу. На этом я свой такой небольшой ролик по прицепам заканчиваю. Всем вам большое спасибо. Спасибо всем моим подписчикам, тем, кто подписывается на мой канал, тоже вам большое спасибо. И дальше буду показывать еще, что я делал. И буду вам, если надо, буду давать ссылки на тех ребят, которые меня вдохновляют тем своими работами. И вы сможете, даже видя их работы, посмотрев мои работы, сделать даже что-то сами, может, даже еще и лучше, чем мы. Поэтому не бойтесь, главное не бояться. Всем вам большое спасибо. С вами был Валера, и пока, до встречи.